контактные линзы являются одним из самых распространенных средств коррекции. Их используют для того, чтобы улучшить зрение при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, при различных заболеваниях, которые изменяют форму роговицы, например, при кератоконусе, различных дистрофиях роговицы и много других показаний. Носителей контактных линз в мире очень-очень много. Даже если сравнивать то количество лазерных коррекций, которое делается, и количество носителей контактных линз, это всего лишь 10% делается лазерных коррекций, 90% людей носят контактные линзы. И контактных линз, состоящих в условиях огромной конкуренции, добились просто совершенства, и контактные линзы переносятся очень хорошо. Но надо сказать, что в то же время постоянное длительное ношение у некоторых людей становится причиной проблем. Так, в Соединенных Штатах более 600 тысяч человек, цифра немаленькая, ежегодно обращаются к офтальмологу по поводу проблем, связанных с ношением контактных линз. Поэтому не нужно забывать о том, что если появились какие-то проблемы, боль, слезотечение, покраснение, выделение при ношении контактных линз, ухудшение зрения, надо срочно обратиться к офтальмологу. И не забывать о том, что основная причина для ношения контактных линз — это все-таки состояние, близкие к заболеваниям, близорукость и другие, они требуют посещения специалиста один раз в год, даже если вас ничего не беспокоит.